Покойся с миром. Только сейчас вспомнил, кто ты. Думал, тебя уже давно нет в живых. Мертвецы иногда оживают. Жаль только, что брата моего не оживить. Твои друзья у меня. Неси 6 миллионов. Будем играть на их жизнь. И не надейся выиграть. Он тебя не дождался. Если победишь, твой друг останется жив. Не играй. Все равно нам не выиграть. Ставлю на кон все, что принес. Нет, не делай этого. Подожди нас. Мне торопиться некуда. Посмотрим, кто останется в живых. Задачки на жизнь и смерть всегда непростые. Сейчас их вместе и порешаем. Посмотрим, чья очередь умирать. Тебе еще придется вспомнить эту партию, так как ты умирать будешь очень медленно. Сдаешься таким образом или ход делаешь? Ход. Ты в курсе, что Пэгуб умрет в случае твоей победы? Она? Не вздумай поддаваться или тянуть время. Нам надо выяснить победителя другим способом. Надо же быть таким самоуверенным. Приведите девчонку. Ты проиграл. Так же, как и твой брат.
Ugh!